Информационный партнер данного ролика – сайт masterhightech.ru. Все самое интересное в мире высоких технологий. Ссылка в описании. Так, ну что ж, начнем сегодня с игрушки под названием 3D Monster Truck Stunt Racing. Короче, игрушка для iOS, для Android не нашел, но есть много неплохих аналогов. Игрушка, по сути, является симулятором парковки, и что в ней сразу хочется отметить, так это неплохая графика. Одно время она даже была в топе App Store, это, по-моему, было числа 4-5, собственно говоря, тогда я ее и скачал. Скачал, захотел проверить, и вот буквально залип на нее дня на два, наверное. Короче говоря, классная игрушка, мне вот она понравилась именно этим. Вообще, в игрушках что ценится самое главное? Во-первых, графика, во-вторых, это геймплей. То есть, когда вы заходите, вам не хочется выходить из данной игры. Неважно, если у вас какие-то дела, вам нужно куда-то идти или опаздывать на те же самые пары, но вам насрать, потому что игрушка классная. Именно такое представилась мне данная игра. Вы заходите, начинаете играть и тут же залипаете на несколько минут или даже часов. Короче говоря, вот этим она меня и зацепила. Игрушка бесплатная, и это классно. Есть несколько видов машин, куча уровней. Опять же, когда мы проходим уровень за уровнем, открываются другие. Проходим на 3 звезды, и еще больше уровней открываются. Есть донат, но он не такой уж и серьезный, как хотелось бы. Ну, можно так сказать, как хотелось бы. Потому что, когда вы проходите, вы, можно сказать, даже его не замечаете. Единственным минусом я бы мог ответить, то, что когда вы играете через интернет, ну, то есть не онлайн, а когда у вас включен интернет, Wi-Fi или мобильный, то проявляется надоедливая реклама, которая буквально после каждого уровня вам немного надоедает. Это, конечно же, минус, но, однако, я бы не сказал, что она сильно мешает. Физика машин довольно-таки неплохая, но, опять же, она не на уровне совершенства, потому что, когда вы проходите кочки, иногда у вас маленький джипик проходит ее совершенно без проблем, а иногда здоровый Бигфут просто переворачивается, и вы начинаете все с самого начала. Уровни достаточно тяжелые, и пройти их, ну, не представляется возможным даже с первого раза. Первые уровни это сразу же небольшой вынос по вашим мозгам, потому что ну достаточно тяжело. Не надо разгоняться, не нужно ехать медленно, не нужно ехать быстро, нужно все вымерять. И вымерять нужно все очень даже точно. Это, конечно же, классно, вас завлекает игра именно этим. Есть геймплей, есть графика, есть сюжет, хоть какой-никакой, но мы должны довести нашу тачку от начала до конца уровня. И это, конечно же, классно. В этом-то и понравилась мне данная игра. Думаю, она вам тоже понравится, и вы разделите мое мнение. Если вам понравился обзор, ставим лайки, подписываемся и до встречи.